краевую администрацию пригласили руководителей и представителей ведущих изданий, лент, газет и телекомпаний Кубани. Вице-губернатор Галина Золина поблагодарила журналистов за качественную работу, в том числе за конструктивную критику, и поздравила корреспондентов и репортеров с Днем кубанской журналистики. Это праздник профессиональный журналистов, и можно иначе назвать праздником правды, чести, ответственности. Потому что журналист – это как зеркало общества. Он олицетворяет собой те запросы общества, которые оно выдвигает. И мы должны тоже понимать, что за каждым словом, за каждой строчкой, за каждым сюжетом стоит какая ответственность. Отдельные слова благодарности прозвучали за работу кубанских журналистов на Сочинской Олимпиаде. Их усилиями, отметила Галина Золина, удалось объективно осветить зимние игры, сделать каждого зрителя и читателя частью большого спортивного праздника. За большой личный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи журналисты получили благодарственные письма. Почетную грамоту вручили и генеральному директору нашего канала Олегу Бурунину. Также почетные грамоты получили все корреспонденты и видеооператоры телекомпании «ФКТ», которые в олимпийском проекте участвовали с первого дня его реализации.